аутную книгу. Хорошо, если только она свободна. Катя, послушай, столик, тебя уже полчаса ожидаются. Подождут. По ресторану ходить время есть. Катя, покажи. Ты с рояля вытирала. А, вот, кстати, ознакомьтесь, тут один написал жалобный книг про нас. Писатель. Тимирязев. Говорите быстрее, что заказывать будете? Борща, что ли, вам принести? Водки. Конфетик. Курить. Чем могу вам принести? Добрый вечер. Приятного аппетита. Заместитель директора Тайсона. Хочу заметить, мы проходим. Часто наше перевыполнение заключается не в процентах, а в градусах. Бывает. И сейчас у вас заказ принесу. Человека!
культуры Пищеева. Из дома культуры Пищеева? Да. Вас-то мне и надо. Нас? Да. Ну так вот, я руководитель ансамбля народной песни «Карагольца». Да. Готовим мы, так сказать, городскую программу. Не у города находимся. А катать только не здесь. Вот думаем, ваше заведение нам-то, в общем-то, и подходит. Как бы нам, так сказать, катать? Вас нам порекомендовали. Мы тоже хотим сделать концерт ко дню города. Но своими силами, конечно, не справимся. Ну, могли бы помочь. Конечно, с радостью. Ребята, проходите. А я еще... кого у вас тут такой предложение? Да нам нужно посетителей и некоторых сотрудников. Ну вот, к примеру, вон и Юля, вон отзывает. Ну-ка, ну-ка. А чё ты? А чё вас рады Юля? Закон, закон. А, закон? Так и я открываю. Как? Куда встать? Пожалуйста, проходите за кулисы. Уже все готово. Итак, минуточку внимания, дамы и господа. Ансамбль народной песни «Карагод». Встречайте. Я
Браво! Опыта пока мест маловато, но план даем. Вот даем план и
исключительно заслуга коллектива. Ну что ж, надо было протянуть руку помощи молодому специалисту. Нам не руки протягивать, они у нас делом заняты. А может что-нибудь откушаете? Рыбку свеженькую получили. Нет, спасибо. Стакан чаю. Понимаю. С лимоном. Понимаю. Здравствуйте, вот вас-то мне и надо. Меня зовут Кирилл, я режиссер. Сегодня на совещании в нашем Доме культуры Римма Эдуардовна, наш директор, сказала, что вам надо помочь организовать программу. Надо, спасибо вам большое. Только знаете, чтобы вот окультурить здесь ваших посетителей и коллег, нужно немножко привести все в порядок. Ну, ломать мы ничего не будем, вы не волнуйтесь. Мы просто уберем все лишнее. Как, прямо сейчас? Прямо сейчас! Подождите, подождите. Нет, я, конечно, понимаю, мы все это... Нет, это надо как-то согласовать. Не волнуйтесь. Не волнуйтесь. Капитальное строение мы оставим. Мы просто немножко приберемся. Ребят, заходите!
самое время начинать праздничный концерт в вашем обновленном кафе. И с вашего позволения, я как раз хотел попробовать песню, я ее недавно написал, она посвящается Дому культуры Клещеева. Это место чудес. Загляни в этот мир, где живет волшебство, где искусство на службе людей. Улыбнись и на время печали забудь. Это время веселых идей. Не на карте большой ты найдешь его. Рядом с тобой Клещеева. Звуки музыки, танца, узор аплодирует зал. Вот на сцене подросший актер свой талант доказал. Загляни в этот мир, где живет волшебство, где искусство на службе людей. Улыбнись и на время забот ты оставь. Это время хороших людей. Не на карте большой ты найдешь его. Это место рядом с тобой Клещеева. Безмятежность небес. Двери здесь открыты для всех. Это место чудес, чудес. Ну что ж, самое время продолжить наш концерт, и на сцене солистка студии «Константа» Светлана Андреева тоже поддержит нашу тему. Yeah.
продолжаем в том же духе. И сейчас на сцене еще один коллектив Дома культуры Плещеева. Ансамбль «Вертикаль». «Странный человек». Так называется эта песня. Встречаем юных артистов. Встречайте вашими аплодисментами. Не жалейте ладоши, потому что аплодисменты — это лучшая награда для артиста, тем более для таких юных, которые сейчас появятся на нашей сцене, в нашем маленьком, уже уютном кафе. Yeah.
тут в доме Крутое Крещеево. Ну и еще одни юные артисты сейчас выйдут на нашу импровизированную сцену в вашем уютном кафе. Варенька! Так, гражданочка,
Пожалуйста, Андрей Фотов. Пожалуйста. Она свежая? Свежая. С луком подайте. Пожалуйста. Нет, с картошкой. Пожалуйста. А может быть, петли? Ладно, петли. Не ладно, а пожалуйста. Пожалуйста, ладно, петли. Нет, Андрей Фотов. А может, кто-нибудь из дичи? Может быть, курочку? Дело ваше. Опять неправильно. Ответь, пожалуйста, будьте любезны, можно и курочку. Пожалуйста, будьте любезны, можно и курочку. А курочка молодая? Молодая, 75-го года. Да что это такое? Сатира, либо шутка, что ли, я не понимаю. Вы не морочите голову, будете за вас делать или нет? Вот, Катерина, в этом твоя беда. И любезности у тебя, и выдержки. Не могу, я когда я вижу, у меня руки трясутся. Не сработаешь с тобой, Катя, не сработаешь. Ну и пожалуйста, ну и уйду. Ты наведешься в городской парк, там точка поменьше, может быть, повезет. Городской парк? Да ладно, да и уйду я. Лучше в городском парке там вот, чем вот здесь вот с вами. Между прочим, я могла бы стать певицей известной. Засосала меня в эти ваши ворота. Уйду я от вас. В Дом культуры, как это, приходила? Лещеева. Лещеева, точно. Для вас поет Екатерина Горбунова. Еще одно перевоплощение состоялось. Ну что ж, а мы на сцене встречаем вокальное трио. Сидеть с нами, а там нам.
И еще одно музыкальное перевоплощение сегодня состоится на этой маленькой, но уютной сцене. Встречайте, Екатерина Агафонова сейчас для вас исполнит песню из кинофильма «Тени исчезают в полдень» на Домре. Встречайте наших добрых молодцев из Плещеева! Yeah.
проще говоря. Ветерок кружит им голову, вверх по дружечке отличницы, поворочили прям дыра, после неприличности, стоит ли ему дальше некуда, отчего
Ну что ж, Екатерина, я думаю, что все получилось как нельзя лучше. Получилось просто замечательно. Спасибо большое, Филипп. Но я должен объявить еще одного человека. Директор Дома культуры Плещеева Римма Эдуардовна Агафонова. А это, кстати, директор местного кафе. Добрый вечер. Как вам понравилось? Спасибо. Ваши работники совершили настоящее чудо. Наши кафе просто не узнать. Сдайте жалобную книгу. Как? Что случилось? Что-то не так? Не волнуйтесь. Мне еще можно писать отзывы, пожелания и благодарность. Буду знать теперь. Спасибо. А еще мы хотим подарить вам одну песню, чтобы она каждый вечер поднимала настроение всем вашим посетителям. Значит, день бы по-доброму прожить, он умножит счастливые дни. Он принес нам хорошие вести, подарит нам улыбки и песни. И как рукоятка в открытие, и уже зажигаем огни. Значит, мирное небо над нами и шумит на бульварах весна. Хотя и не молод, но душою он молод наш город. Добрым людям рассохнут и настеж. Добрый город наш, ой, наш Подольск. Добрый город. Всего прекрасного. До новых праздников!